Валерій Георгійович, а що з вашої точки зору відбувається на кордоні України, так, з боку Білорусі? Повідомляється про те, що Білорусь знову туди стягує війська, в тому числі там присутні і ПВК «Вагнер». Київ вимагає відвести сили. МЗС каже, що ці навчання йдуть в безпосередній близькості від об'єкта атомної енергетики Чорнобильської АЕС. Білоруський ГАЮЗ тим часом повідомляє про те, що війська на кордоні не несуть ніякої загрози для України. Це знову ж таки, ну, про той психологічний тиск, чи тут все ж таки Путін може дотиснути Лукашенка, той може спробувати відкрити новий фронт, а якщо так станеться, як тоді на ньому все це відобразиться? Это кто-то придумал какой-то информационный поток, чтобы просто побыть несколько дней во внимании, не более того. Что такое два батальона, переведенных с одного места в другое? Да это ничто абсолютно. Ну, там тысяча белорусов. Ну, два батальона, тысяча человек. Даже не полк, перебросили с одного места в другое, причем в сторону Гомеля, а это в основном как раз по направлению Клинцам и Климовой Кунечи. Это Брянская область Российской Федерации, которую ну, нам точно надо брать под контроль. Почему? Потому что это нефтепровод «Дружба» — это раз, надо там как раз доставать до этих вентилей и перекрывать этот канал. От нас это 40 километров. Ну, а эти же две трубы, там третья уходит на Услуг под Питер, а две трубы на Беларусь заходят. И вот они, скорее всего, пытаются как-то там где-то потоптаться. Мы сейчас говорим о тысяче всего двух батальонах, не более того. У нас армии полумиллионные воюют, потому ну что такое два батальона, это ни о чем. Ну, можно поговорить о том, что там Лукашенко где-то как-то принял какое-то решение, но я думаю, Лукашенко даже не в курсе. В этом смысле отрабатывают сами штабы, вооруженные силы, просто прикрывая какое-то из каких-то опасных направлений. Вот сейчас для белорусов может возникнуть направление опасное со стороны России, со стороны Брянской области. Брянская область России граничит с Гомельской областью Беларуси. И Климова, и Клинцы, и Унеча примерно. Это вот граница с Гомельской областью. Валерій Георгійович, традиційно три блиц-запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, чи піде Індія на прохання Володимира Зеленського не купувати російську нафту? Да нет, конечно. Конечно, нет. Это так. Разговор ни о чем. И не надо было моде сюда тянуть, негатив создавать и руки марать об моде. Пока он не отмоется от обнимашек с Путиным, от слюней путинских. А ему мыться долго. Он от этой кармы вообще в этой жизни отмоется. А так как индийцы, они к карме так присматриваются, так он свою карму угробил навсегда. Моде только тем, что со зверем, который, на которого, на шее которого как минимум сотни тысяч убитых украинцев, он с ним вообще обнимался, рядом постоял. Таких людей близко к себе поступил. Это уже те, кто тянул Моди сюда, в Украину, и те, кто с ним здесь обнимался, тоже свою карму угробили. То есть с индийской стороны смотреть. Потому ни на что он не пойдет, а там завязки долгие. Причем дело ж не в Индии как таковой. Нефтеперерабатывающие заводы в Индии, которые перерабатывают российскую нефть, они принадлежат Сечину. Это российские заводы в Индии находятся. И как Моди их... Это ему надо полностью эти заводы национализировать, ну и так далее. И тому подобное. Это не Индия берет. Это российский спрут уже растянулся на половину мира, а то и на весь мир. И сейчас им деваться некуда. Потому Моди надо принимать решение о национализации этих заводов. Но самое интересное, после национализации туда надо будет поставлять нефть. Российскую нефть брать нельзя. Значит, надо будет разговаривать с Катаром, Оманом, ну, с Ближним Востоком, как минимум, или с американцами. В том числе где-то надо будет брать нефть для того, чтобы заполнять. Это целый такой экономический срез, который у Моди мозгов не хватит его как-то запустить. Потому оптимальный вариант в этом смысле принимать решение по самой России. Но это надо принимать решение кому? Белому дому, то есть Европе, о том, чтобы признать Россию государственным спонсором терроризма, государством террористической организацией. Вводить вторичные санкции, в том числе и на Индию, именно на Индию, на Китай вторичные санкции, для того, чтобы уже у них не покупать дизель, авиационный керосин и так далее и тому подобное. Только так можно отрезать. А Моди сам никуда не пойдет, он в этом смысле ноль без палочки.
Великобританія може наважитися дати дозвіл Україні бити шторм Шедоу по Москві та Санкт-Петербургу? Дело в том, что британцы, наверное, не против с самого начала были. Вмешался Белый дом, вмешался Байден, вмешался Обама. Как-то надавил через свои определенные моменты. Договоренности сработали с Москвой. И они, мягко скажем так, сильно попросили британцев не давать нам такой возможности. Пока у них эти договоренности не исчезнут. Исчезнут они после того, как исчезнет Обама вместе с Байденом. Ну, Байден уже, можно сказать, исчез, время тут только осталось несколько месяцев. Вот пока не исчезнет Обама, эти договоренности будут и будут давить в том числе на Лондон. И вот здесь большая проблема. У нас вот эта проблема, связанная с обамовской сворой, никуда она не делась, она может еще мультиплицироваться через Харрис, если Харрис станет президентом, допустим, и будет выполнять, так сказать, условия этих договоренностей. То есть это еще будет определенный цикл на 4 года у нас этих проблем с Обамой. Потому сложно сейчас как-то спрогнозировать. Там может быть, конечно, поучаствовать наш генерал Залужный. Если он найдет те механизмы для принятия собственных решений, это возможно. Британская корона, она иногда принимала свои решения. От тоді ми можемо бачити розрішення прямої на використання Стомше. УГУР кажуть, що сили оборони розробили план деокупації Криму та знищення Кримського мосту. Так, а час настав чи ще ні? Ну, ми слышали от Буданова о том, що в першому кварталі мост должен бути уже давно почить в бозі. Ну, таке, простим генералу, не все від нього залежить. Дело в тому, що Головне управління розвідки — это все-таки вспомогательная структура, то есть не основная. Основная – это генштаб. У нас сейчас за все отвечает генштаб и главком, главнокомандующий. То есть все эти вопросы к Сырскому. Буданов поможет Сырскому, когда Сырский примет решение уничтожить этот мост. Я точно знаю, что раз генерал говорил, я имею в виду о Буданове, то, что в первом полугодии мост должен быть уничтожен, так это значит, была готовность его уничтожить. Почему мост не уничтожен, это уже вопрос, надо переадресовывать генштаб именно непосредственно к генералу Сырскому, тем более надо его поздравить, он получил реально генерал, то есть согласно своей должности. И я думаю, раз говорит уже Буданов непосредственно о том, что есть план деоккупации Крыма, тем более уничтожения Керченского моста. А дело в том, что деоккупация Крыма без уничтожения Керченского моста практически невозможна. А деоккупировать Крым можно только тогда, когда он в режиме полуострова, в режиме оперативного окружения. Полуострова, то есть как минимум с нашей стороны, значит, надо перекрыть входы, выходы и дальше начинать деоккупацию с севера. А если у них будет мост работать, то это, ну, мягко скажем, не совсем уже остров будет после отрезания. Поэтому, я думаю, начало как раз деоккупации Крыма должно происходить с уничтожения Керченского моста. В этом смысле однозначно Буданов прав, и подождем, просто надо дело времени.